Ты что, еще скилла собираешь? И он у меня и так Да не, собран мы же вроде... у тебя же, те же дали эту шею с молча, не? А, не мне. Или что? Токен Вара скилла. Да, токены Навара 2. Ну давай обмен тогда. Этот плащ никому не нужен, а рофлыч, блин. Зачем он тебе? Ну ладно, давай обмен. Он там черепашу 20 поставил. Черепаша 20? Ну ладно, окей. Черепаша за 10 на манспекте, ну давай. Дальше боты на кастера. Хорошие боты, кстати. Да, неплохие. О, соточка. Доставьте уже, да. Жестче. Ускоряйте процесс. Так. Дрингбой 2000. Давай мне. Так, а по итогу Анубас первого пола убили, да? Угу. Ну, вот 50 с 50 ваш. Так, Дрингбой наш не будет. Все, на магии... На магике, короче, это... Лут отдавать буду. Дальше. Тебе надо этот Милкан? Меч? Абро. Нет? А что у тебя там за пуха такая, что тебе не надо? Без меткости, видимо. А, ты предпочитаешь РПБ на Сурва и Хасту, да? Ну ладно. Дело твое. Каевча. Кольцо танковское. Кто там, Дрингбой за 2К, да? Это предбис пуха на хантам. Вот это, которого вот меч, это предбис, но... Можно? Я пока еще не, но... Реснил кольцо, да? Я же больше вроде дал. Ну, он панчит, я его часто спекаю, поэтому... Ну, окей. Пускай одевает. Кольцо и шея, да? А шея? Я тебе шею не отдавал раз? Блять, кому я шею отдал? Я что-то все в сумке не вижу. Кому шею танковскую отдал? А, Тедис, отдай Рислин, пожалуйста. А, нахила? А, нахила я... Подожди, блядь, нахила кому я дал? Нахила у меня нет, что я тоже кому-то дал. Это где-то потерялся. Сори, Рислин, может, я проебался. Нахила Рислин вроде бы. Вот это уже. Серый Глефа твоя, кстати, выпала. Любимая. Гелион. По кайф. А чё, хан сейчас ролить не будет? Давай, ну хан ты, блин. На, короче, выбери себе двадцатку с ним просто. Так, что у меня 2 токена осталось. Все, погнали, пока трэш есть. Фагеги, ладно, я... Падали, я все выдумал. Кто падал? Фаги на Агилу. Грудак на Агилу? Нет, нет, сапоги. Сапоги нет, когда падал. Сапоги нет, не падали. Я придумал, что я походу скажу, что я правильно буду. Все приснилось. Соберите еще трэш, блять. Скули вы усагрили совсем чуть-чуть. Я вон веду еще пачку, там еще можно.
весь вообще привести сюда. Следите кучу. Следите трэш, пожалуйста. И занимайте. Только с ливня выходите, главное. Так, вы в ги не скинули ДПС по анубу. Дайте, пожалуйста, посмотрите. Ну, ДПС там более-менее нормальный, кстати. Сейчас скину. Вары в топе? Да. Танки в топе. А, не там. Не чат. Ну там шедевр уже на третьем месте. Все равно ком ты сидишь? А, ты на чермете, блядь. Надо тебя запретично. Заебала эта зеленая. Замена к Насте, ребята. То, что там Настя. Получилось, что Милфхант надамажил по анубу 800 тысяч. Ну, он типа напуливал и хуй забыл на все остальное. Он еще умирал при этом. Да и главная его задача на пул была, он справился. Типа поэтому. Сейчас я подумаю вместе. Да, ты в ДЦ волка в НФСПИК. Так, что ты хотел? Еще будешь минусовать. Ебал, неудобно. Это хуйня, надо кому-нибудь два токена? Это 258 и Т9. Т9-3 получает. Есть только на дверь его, по-моему, больше никому нахуй не надо. Ну тут как бы дерево вообще не катается, потому что воин ханшан. На сову тоже нормально. Воин ханшан. Я бы подходил. На сову, да, кошка там 2Т9, 2Т4. Вон там замена, блядь, только что написала. Не вижу. Только что ебали мне мозг, ни одного плюса. Останетесь без ебаных. Вроде не плюсовали. Могла бы спрашивать, что вы знаете, я не вижу после. Так, а второй надо тебе? Там никто кроме тебя ж вроде не знает. Телепаш. Давай, телепаш. Серый, сними и то я десятку, и телепаш и десятку. Пожалуйста. Сейчас. Что-то ее натрешь. Блять, ну шпот трэш нахуй не шотнул, блять. Ну, частица будет. Так, все правильно? Правильно вроде. Да можно не надо. Все правильно. Я снял десятку. Че проблема, да? Что за Серега? Уже так и хочет. Кушай, Серега. Так. Я первый буду танчить. Вой, ты второй, а Реслин третий. Это на босса. Реслин, ты танчишь после Войда. Во время каста сокрушающего. Как только он начинает сокрушающий кастовать, сразу таунт нажимаешь. Когда войд танчит. Все остальное там, блядь, слушай. Все объясню. Окей, экстайм, твоя печенька будет справа, будешь нажимать. Подожди, Сер, сейчас объясню по-быстрому. Так, остальные господа ДД. Начнем с вас. И хилы, в принципе, тоже. Стоите, короче, бьете босса, просто расхасывайтесь по комнате, вот кружком там таким вокруг него. Около кубов рядом не стойте, чтобы лужи не разливать. Потом
На вас кидается, это на РДД и хилов, у кого мана, короче, есть, кидается печать Мактеридона. Если на вас она кинулась, кидается на 5 человек, каждые 10 секунд, рандомно. Если на вас она кинулась, когда она показывается там, где ваши вы присягнули, то, наверное, скорде, там премиум ваш, вот эта вот вся хуйня справа в углу, вверху, там вот эта печать Мактеридона отображается. Вешается на вас на 10 секунд, на последней секунде этой печати Мактеридона, когда 1 секунда остается, нужно стопнуть каст. Если вы не стопаете каст, и во время каста она заканчивается, вы взрываетесь, ну, типа, как пол ебала там и... пол маны, нахуй. Останетесь без маны, без хп, короче. Поэтому стопайте. Дальше. Дальше. Слуш, выходите. Только если там уже безвыходная ситуация, то стойте. Теперь дальше поехали. По порталам. Левый портал, вот самый, где везде прыгаю. Выходят эти демоны. Их просто заливаем максимально быстро, на метки ставлю на них и назначу людей, которые сбивают им косты. Также декурсите, там будут вешать проклятия они. Так, самый конченый трэш, центральный, гитаристы. По одному еблану будем гриппать. От Эдис будешь ферять. Я буду ставить метку звезду. По гитаристу этому. По КД изгнание зла бушка стоит. И все в этого гитариста максимально будут свечиться. Как можно больше и быстрее. Так, дальше. А Тедис, ты услышал? Дальше. Бесы. Правый портал. Самый заебатый портал, в принципе. Стим, бьем босса, потом босса просто подведем, зальете ауе, и там все будет заебись. По команде там дадут стан. Вам ничего не нужно знать, главное залить ауе. Дальше, когда 50% босса станет, бежим все в сторону креста, вот сюда, к воротам. Ждем, пока ёбнется потолок, начнется вторая фаза, потом выходим, рассасываемся. Трэша не будет, кубов не будет, все будет просто, босс манекен. Останется только урон по танкам, лужи и печать Мактеридона. Короче, манекен до 50% главное добить. На кубы. Так, экстайм печеньку будет нажимать. Дринкбой, твой крест будет. Блять, мне метки опять замагали. Так. А когда на тебе висит этот дебаф, который, ну, при котором надо на последней секунде каст этот прерывать, можно мгновенные спалы юзать? Да. Мгновенные можно. Миликов это хуйня касается? Нет. Значит, экзотсуда, у тех, у кого, у тех, у кого мана есть. Ну, типа, на варов она не кидается. На рок тоже она не кидается. На ДК также. У всех, у кого есть мана, она кидается. Условно, вот на ханта кинулась, он верный выстрел, кастует нахуй, получает нахуй минус там 60% маны, блядь, и 1020 как хп минус. Ну, это примерно говорю. Понял. Так. Короче, дринкбой крест, экстайм печенька, ганжа твой ром будет. Азерона, понажимаешь трусики. И Тучкенца, твой полумесяц будет. Я скажу, когда нажать куб и когда отпустить. Там ничего сложного нету. Просто дается 10 секунд. Ничего не делать. Нет, блядь. Ты бьешь босса, блядь, бьешь трес. Когда я говорю, блядь, приготовились, вы подбегаете к кубам, блядь, и когда я говорю, нажали, вы нажимаете куб. Все. Потом отпускаете, блядь, когда я говорю, и бьем босса дальше. Все. Тут долгое время не дается много.
Роги ханты, напуливаете на вара, либо я рот ваш чехпых собирать огромный. Так, Ганж, дай СС по войду. Не, стоп, отбой, не надо. Дринкбой, дай СС по той, вот так вот лучше сделаем. Ганж, сделай СС заранее, я скажу, если что. А это что, блин, потому значит? Ну, блядь, у меня есть, блядь, предпосылки, что ты рипнешься нахуй на гитариста. Обидно. Фильм Прас, Зерон. Только и может что копателей танчить. Зерон, ты услышал, что ты трусики нажимаешь? Да. Все, поехали. А, еще, блядь, вот этот трэш сейчас заливаем. И башим чаротворцев. На големов ложите болт. Главное убить чаротворцев, нахуй. Потому что мы не успеем трэш залить. Главное убить чаротворцев, еще раз повторяю. На остальное, на големов поебать. Еще раз повторю. И косты, и хила кикайте. Максимально. Ну, которая кастит чешротворц на хилкаст. Чешротворцам больше, знаете? Косты на хил кикает. Чаротворцев. Стопайте, уе играйте максимально по чаротворцам. Не убьем их нахуй, до босса 40 секунд нахуй. Будет фиаско, блядь. Ну, звезду бейте. Печеньку еще. Ромбик, блядь. Да хуя еще чаротворцев живут. Пятнадцать секунд до пула, блядь. Стопните. АУЕ, сыграйте таргетно по чаротворцам. Сейчас запулится босс, нахуй. Звезду быстрее добивайте. Забери големов с меня. Босс сейчас запускается. Так, по боссу поехали. Блять, да, давай. Сколько? Еще этот, блять, говорю нахуй не уешь, блять, обид чертворцев нахуй. Хуярит АУЕ своим нахуй. Сука, нахуй бесит эта хуйня. Рибафните друида. Геру дали фул ДПС. Напомните, как дебаф называется? Пищай с Максиридона. Так, приготовились кубы, приготовились. Прожали кубы. Кубы прожали быстрее. Полумесяц. Полумесяц. Блять, полумесяц, нажмите, сука! Я прожал. Все, отпускайте. Архимондом подводи. Босса. Реслин. Тоя, будешь кикать звезде, каст сам. Сейчас я с Реслин заберу босса. Стронг. Квар, короче, Стронг. Да. Печеньки кикаешь косты. Добро. Играем по Архимондам. Второй вар, солененькая, Турсам кикаешь косты. И... Кинкей, крестику кикаешь косты.
Бля, кто-то мои касты кикает. Кикают и кикают. Главное, чтобы кикали. Играйте максимально по архимонду. Магика только уешь. У кого там встроенные спылы уе. Блять. Напуливайте, пожалуйста, на тое, трэш. Потому что мы так далеко не уйдем. Блять, там ревностно или с ним? Угу. Я проебался. Опять они. Блять, долго бьете нахуй. Ребят, кубы нахуй прожали. Пиздец нахуй, долго. Рофлыч БР по вару. Кубы. Отпускайте кубы. Первый избиваешь трон. Звезде. То им, mm-hmm. На то и на пол трэш максимально сейчас. Играйте по архимонду. Магика только уе. Так, солененькая, твоя печенька. Кинкей, твои трусы. Рискин, прожимка есть или капли дать? Этот Шепард, твой ромбик. Косты сбиваешь. Да я тогда проебался, поэтому у него ревность сработала. Я метку ставил нахуй, как раз закрепляю. Ему автоатака зашла и закрепляющий. Не все автоатаки. Быстрее архимондов добивается. И готовились, скоро кубы будут. Боссов в центре на существует. Блять, гитарист, да, в центр босс. Кубы прожали, кубы быстрее прожали. Крест. Отпускайте кубы. По звезде все поехали, это дисперять звезду. Играем все в звезду быстрее. Арислин, босса в центр. Кинкей гриппит следующую звезду сюда. Далась баун. Арсений, дай сокровищу. Звезду играйте все. Забираем. ТРГ, звезду сюда грипни быстрее. К нам. А ты иди сферяй сразу звезду. Феряй. Максимально феряй. По КД. И все по звезде играйте. Арсений, забирай. Добивайте последнего. А ты здесь готовься ферять только что. По звезде все сыграли последний. Мог ферять. Ферять ты, блять! Приготовились, кубы. Приготовились пока что. Ждем. Прожали кубы. Все, молодцы, отпускайте. Бьем босса сейчас. Филину. Бесов, 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 тихо, тихо, бесов, грипните сюда внутрь. По бесам сдали ОЕ, вой, твой первый стан будет массу. Забирай. Ну там разбрызка будет, трусы нажимать. Надеюсь. А чё, ты трусы нажать не можешь? Я умер. А, меня не хилили. Блядь. Я на трусах была лужа, я зашёл. Давай, давай сгорел. Стан, давай стан. Блять. Да. Пизда нахуй. Да все, байк нахуй. Нормально. Бэра нет? Какой нахуй нормально, я сдох нахуй. Филинтра сдох, блядь. Бэров нет, блядь. Ни в два не вытончит. Падайте нахуй. Не тяните время. Я не знаю, какой гений на ханте это был, но, блять, кидать ловушку, когда бесы еще я все не вышкинул. Сколько он у тебя длится? 5 секунд. Ну, они выходят. А я потом скинул еще притвориться, а потом под тебя подошел. Ну, и два беса все равно от тебя идут. Они 3 секунды на полу хартов. Что-то мне казалось 3. 4.
А линкани спел. Да вообще, блять, не бейте, я ж не какой-нибудь там протопал или ДК, я вообще не могу играть агроу Е. Я бью, блять, по таргетной их каждого. Может, у какого-то ДКшника танк там есть, хуй знает. Ну, конечно. Так, прям, а ну да, 4, нихуя себе. А чё, никаких талов нету на увеличение времени на пулы или символы? Нет. Только бы маме скинуть этот из аномы. Охуёво. Да, термичный заменитель в курсе. В принципе, это весь босс, нахуй, надеюсь, вы все увидели. Так, блять. От чего? Рофлыч у нас умер, блять, потому что уе нахуй навал, блять. Похую нахуй, что я сказал, чаротворца бить. Дальше кто у нас умер? Вар, агро. Вар агро сорвал. Нет, я поэтому. По демону играл. Ну и сорвал агро. Ну. И тебя демон ёбнул, я понял. Да. Демонов обязательно максимально напуливайте. Как только, блядь, вот левый портал появляется, максимально напул на то, всех демонов. Одного хуй с ним я заберу. Если танчит. Просто напулы надо рассинхронизировать секунд на 6 друг от друга. И тогда будет постоянно. Ганжа СС по той. Хотя, в принципе, он живет, не надо, стоп. СС по филинтрас дай. Ганжу бас. Пятая пати, друг. Точки Анс. Окей, все, поехали. А, стоп. Стоп. Солененько сбиваешь косты хила. Только хила. Там исцеление тьмой кастует чаротворцы. Сбиваешь кресту. Возьми сразу в таргет. Волк. Сбиваешь печеньки. Шепард. Сбиваешь ромбику. ТРГ. Сбиваешь трусам. И Шадов Вуджули. Сбиваешь... Что там? Полумесяц. Самый дальний. Справа. Вообще на полуба. Исцеление тьмой только сбивайте, каст. На дайте залп похуй. Там, пожалуйста. Только исцеление тьмой. Крест по престам. Все. Все, бля. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Реслин, там это, когда выходят эти, блядь, как его? Демоны эти с портала, когда я метки ставлю, старайся, если ты танчишь, под сокрушающую отдавать там тринкет какой-нибудь там, я не знаю, ну какую-нибудь прожимку нахуй, потому что я могу проебаться, если когда твоя очередь танчить на сокрушающую. Я просто, блядь, в тот момент метку как раз ставил и как раз сокрушающую не успел сагрить, тебя автоатаку успело въебать. Коните, когда 10 секунд до полубосса будет. Мне забанилось. Бы. Больше по чертворцам сыграть. Печеньки, звезда, поля МХП. И ромб. Лям 300. Блять, Шепард.
Ну это, блять, хуйня, когда на трэше умирает кто-то. Давай БР по нему жрём. Сука до пула. Все, собирай трэш на себя, Вань. Дай БР на зерон. Базы кулису. По боссу поехали. Големов, блять, бить не надо, они пропадут, еще раз говорю. Бейте босса. Геру дали фул ДПС по боссу. Зерваны, дай БР, пожалуйста. А, я вну тебя. Бахните рогу. Сальва есть? Не сорвешь, не переживай. Хорошо. Мы же там. Не просто окошко горит, а блять очкует. Так, бесы, кубы прожали, бед, кубы быстрее, кубы. Все, отлично, отпускайте. Босса игра. А, блять, гитаристы нахуй. А ты сверяй быстрее. По звезде играем. Ну, блять, ну. Звезду бейте. Бал из бал. Звезду играйте. Блять, ну куда она ушла, нахуй? Ладно, я тут грибни. Да не идите туда, куда вы пошли, блять, они вас убьют! Сука! Милики, нахуй! Нахуя вы туда идете, блять? Сказал, звезду играйте, звезда там. Блять, я переставил. Для чего, по-твоему, я грибы сюда, в мелизон? Так потому что на фером ушла, блять, ее станет надо или что-то. Нахуя вы идете ко всем гитаристам, блять? Они вас убивают, блять. Ай, блядь, падайте нахуй в пизду. Для чего, блядь, я говорю, чтоб ферять эту хуйню постоянно. Чтоб вас не убивало миликов, блядь. Они пускают струну. Поменял звезду, она иди хоть там же стоит, в том же месте. Я понимаю, блядь, она убежала фиром. Ты меня слышишь или нет, да, блядь? Слышу, не надо прекрасно. Бежать туда, нахуй. Не надо, блядь. Если она уходит, туда бежать не надо, блядь. Ко всем гитаристам, блядь. Вы умрете, нахуй. Как Шепард сдох первый раз? Тоже гитарист, которого грипнули первым? Нахуй, чего он, блядь, сдох, нахуй? Сейчас гляну, блядь. Ну да, гитарист, блядь. При том, что почему-то там, блядь, три, что ли, волны у него залетело, не могу понять, блядь. Это у тех, которые у танка стояли, тех, блядь, долетели волны, что ли? Еще раз повторяю, милики, блядь. Вообще не подходите гитаристам. Только когда он грипнется. Вы должны его замедлить или застанете, блядь, чтобы он нахуй не убегал далеко особо. О, вопрос. Фером разбирается в волне. Все. Да, такого тоже не мешало бы давать, блядь. Ну, как ДК, что у вас же есть. А прячь ДКшников, чтобы не бегали далеко. ТГ там, то Кингкейт. Грипнули этого петуха скелета. Сразу оковы. Чтобы он далеко не убежал. Давайте в баф поехали. Сбивайте также косты, надеюсь, метки выполнить.
Возьмите в таргет за помощь. Исцеление тьмой кикайте только.